Ходили в этот капкан прям с ушами туда, свалились в эту яму, подготовленную вам, прям с ушами. Вам срочно нужно оттуда выходить. И это болезнь цивилизации. И мы прям разберем ошибки, которые делают люди на пути к своему здоровью. Вроде бы все понятно, но, ой, ну может быть ничем не другим позаниматься. Ну, в общем, отсутствие такой, знаете, усидчивости в достижении цели очень мешает людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом достичь качественной остановки гликации. Вот так вот скажу. Самое опасное, что с вами происходит, это гликация. На третьем занятии я вас отговорю прыгать из стороны в сторону и уговорю заниматься собой системно. У меня это получается. И у нас будет четвертое занятие. Я вам расскажу, вы уже к тому времени поймете, как хорошо работает низкоуглеводное питание, если будете слушать одно занятие в неделю. Вот это будут 4 недели на осознание материала, да, и у вас уже будут результаты. И тогда люди, видя результат, начинают говорить: боже, а может быть долгое время нельзя быть на низкоуглеводном питании, вдруг там есть какие-то подводные камни. Вот, поэтому я вам приведу 12 доказательств безопасности вашего стиля питания. Вы еще больше в него влюбитесь и, наконец, выздоровеете. Просто это требует от вас, знаете, на первых этапах полной самоотдачи. Потом приходит привычка, и это становится вашим стилем жизни, в котором жить хорошо, тепло, уютно, сытно.